с вами, как всегда, я Федоса. Мега копилочка, ребяточка, это мне на копилочку. Так, ребят, мы открыли мега копилочку. Все, ребят. Блин! Сори за музыку, ребят. Сори за музыку. Так, нам надо сейчас найти Акмала. Так, мне сказали кикнуть читера. Кикнули. Так, и как нам там запросы принимать, ребяточки? И, кстати, мне упал киберперезаряд на розу, ребят. И это, знаете, мне его выбил мой одноклассник. Он играл, короче, в Бравл. Вот, видите, у меня киберперезаряд есть. Он играл, короче, в Бравл. И вдруг... Он после катки выбивает эту звездочку, ну, вторую. Ну вот, он взял, выбил эту фигню, короче. И реально, и прикиньте, он выбил легендарную звездочку. Я не успел заскринить, но у меня есть скрины, как он именно этот выбил. Киберперезаряд. Я думал, там уже киберперезаряд мне на Шелли выпадет. А на кого киберперезаряды есть? На Була? На этого? Эль Примыча нет? Разработчики не могут придумать киберперезаряды? Ладно. Погнали, ребяточки, одну кэточку сыграем. Кстати, можете меня поздравить с повышением ранга Франечка. Да, мы купим сейчас на Биби очень крутой перс. А потом будем, наверное, блин, вы мне прям комментарии Максом заспамили, поэтому будем копить на Макса, ребятки. Ну, а потом вы даже уже сами угадайте, это точно ли он. А если даже на мамином аккаунте, но это не скоро, я на мамином аккаунте заберу Ворона. Да, ждите, кстати, может быть ролик на мамином аке. Будет классненько. Так, ребята. Вот знаете Акмал Фам? Это его канал. Подписывайтесь на Акмал Фам. Он тоже там снимает Мадау 2. И это обязательно, может быть, кто хочет, можете на него подписаться. И, короче, нам надо добавить Акмала в друзья, чтобы он зашел в наш клуб и чтобы тоже открыл мега-копилку. Так, у нас опять же вот этот вот, это Алунова, которая уже была, блин. Блин, прикиньте, я уже почти весь этот прошел. Брал пас. Ладно, ребята, погнали каточку, да, сыграем. Только давайте возьмем. Погнали возьмем Легу. Хроматиков у нас будут удалять. Я даже знаю, где смотреть. Могу даже вам показать. И, ребята, кто хочет себе бойца Перл, Перл или как его там, да, вроде бы, блин, это одиночка, Перла бойца, он эпический, вы сможете его за 925 этих получить, поэтому можете на него не копить, даже если у вас большинство суммы есть, купите Корделиуса, либо Еву, либо Джанет, других не берите, или База. Но я бы вам посоветовал взять Евку, потому что, блин, надо, ну... Меня сейчас могут прикокнуть. Ну, блин. Мы слили на Леге. Надо еще... Я хочу еще два стара открыть переза. Да, мне кажется, Вольт это крутой боец. Реально, ему подходит звание Леги. Парное. Перл и Мэнди, вот этих бойцов я хочу, они все будут эпиками. Поэтому мы их точно получим, ребят, на этом проекте.
Ну, это просто мой основной аккаунт. У меня есть два аккаунта. Я пока разбираюсь, как перезаходить, ну, на аккаунты, типа. Потому что реально, прикиньте, человек год не играл, блин. И вдруг вот ну, там всю систему поменяли, я ничего не шарю. Вот, кстати, оцените, новый спрейчик выпал. Чё ты не граффитишься? Вот. Как вам такой? Тучечка. Тучка. О, у него сердечко. Иди сюда, РТ! Блин, а вот РТ это опасный чел. Я хотел его там замочить. Ну, бро. А что вот делает ульта Бастера? Вот я не понимаю. В чем ее типа смысл? Он берет и не может просто идти куда-то. Реально вот смысл этого Бастера. Ребята, у меня такой вот проект хочу запустить новенький. Апаем всех бойцов на 13-й, которые там на 12-м либо. Ну все, это новый перестар. Бро, смотри, если он сейчас... Если его сейчас убивают, то нам уже дают перестарчик. Вот, видите, как Джанет умеет? Вот, это ее ульта. Если вы не сильно косой, то вы можете попасть. А у меня подписчики не косые. Почти, кстати, 11-е апнули. Смотрите, нам дают 80 монеток. Джо-джо какой-то. Смотрите, нам дают звездочку. Да блин, а, извините. Двумя пальцами прокликал. Понятно. Четырьмя пальцами. Блин, ну это неинтересно редких открывать. Это что такое? Привет. Ладно, ребята, всем пока. С вами был я, Федосов. Ставь лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.